Светлана на телевидении меньше полугода. Девушка получила приглашение на собеседование от нашей редакции и до последнего не верила в то, что ее возьмут, поскольку опыта работы в этой сфере у нее не было. Но судьба распорядилась иначе, и Светлана попала в дружную команду канала 16. Первое препятствие на новом поприще – страх камеры. Мне было очень страшно снимать стендап. То есть, когда мне сказала главный редактор: «Я хочу посмотреть тебя в кадре», я очень испугалась, и мне сказали: «Ты пойдешь на «Хочу сказать»». Я сначала вообще не понимала, что такое «Хочу сказать». Это был мой первый опрос и первый стендап. И это было страшно вдвойне, потому что это был опрос, но опросы достаточно так делать страшно. Сейчас о своих первых страхах Светлана вспоминает с улыбкой. Опросы оказались не такими ужасными, а стендапы перед камерой и вовсе вошли в привычку. Больше всего в своей работе Светлане нравится быть в гуще событий. Самым волнительным она считает первое знакомство с тележурналистикой за кадром. Ну, конечно, это интересно. Вот, например, когда я смотрю при монтаже, это как-то по-другому выглядит, это не так интересно. А потом, например, свой же репортаж я смотрю по телевизору, это так по-другому. И, например, уже себя там, например, в телевизоре увидеть, это очень странно. Медиаиндустрия постепенно переходит в интернет-пространство. Современное телевидение не стало исключением. Новости спорта, культуры, экономики и политики, а также аналитические и развлекательные передачи вы легко можете найти на онлайн-платформах. Сегодня мы присутствуем не только у всех кабельных операторов, да, где можно посмотреть наши новости, наши передачи, но и также во всех онлайн-площадках. Lime HD, Ventera, все, что Smart TV касается. Также приложение Sarov24 в Google Play Market, где вы можете скачать это приложение, установить его себе на телефон и в любой момент его включив, увидеть все, можно сказать, новости за сегодняшний день. Редакция канала 16 поздравляет всех сопричастных с профессиональным праздником и желает им всегда быть актуальными и интересными. Анна Перепец, Константин Островский, Сергей Рябов, службы новостей, Саров-24.